конечно, в теплой постельке сейчас гораздо приятнее находиться. Но я собрала последние силы в кулак и решила выползти, как обещала. Ну вот на подходе к... Вечером совершенно другая, да, история. На подходе к Плаза Майор, во-первых, народу, я так чувствую, что уже раза в два или в три превышает. Потом там начались гуляния, наконец, народные. Я слышу музыку и инструменты. А народ, конечно, под офигевший уже, ну, пьяненький, в разной степени опьянения, вышел прогуляться. А, ну вот, собственно, сразу на улице и встречает нас поющая компания. Это не мои сегодняшние друзья. Нет, это просто гитары и бубны. Ну вот рождественские колядки, рождественские песенки поют. Такое ощущение, что завтра никто на работу не идет. Но мне кажется, тут никто не идет на работу, это правда. Ну, то есть, готовиться к рабочему дню и ложиться пораньше, не. Esta noche nació el niño. У всех одна и та же песенка, посвященная Рождеству. Так, ну вот, собственно, так выглядит Плаза Майор вечером в огоньках. Ну, кассеты подсвечены изнутри, то есть такие симпатичненькие вполне себе. Вот так вот как-то это все выглядит. Елочка тоже уже зажглась. Блин, ну вот это да! Народу! Это песня! Опа! Так, ну что, я пойду пройдусь тогда. Пройти, конечно, сквозь них очень сложно. Такие разконцентрированные движения, действия. Некоторые бегут, некоторые стоят, тупят. Ух ты, слушайте, ну я давно не видела такого количества народу на площади. Вау, днем так точно такого, стольких людей нету. Елочка вот там, позади. И народу. Вот это да. Неожиданно как-то. Здание украшено лампочками в виде свечек. Ну, плохо видно. Сейчас я переключусь с себя и немножко покажу, как это все выглядит. Ой, петарды тут взрывают. Рядом вот это я не люблю вообще. Все, переключаюсь на елочку.